Варим американо. Вторая кнопочка, 4 секунды. Нажимаем. Идеально ровный помол. Вот, 13 грамм, как я и обещал. Помогите мне слегка затемпировать. Чуть-чуть надо, да? Не надо, уже надо, кофемолка, да? Идеально раскладывает. Помогите мне слегка затемпировать, чуть-чуть. Все. Так. Все. Пролили кофе, пролили воду. Установили. И варим американо. При таком маленьком помоле, то есть обычно в этот рожок помещается 16 грамм, а мы положили 13 грамм и не сильно затемпировали. При таком помоле кофе варится очень быстро, и в результате за наши вот эти вот около 30 секунд у нас сварится с вами американо с пушистыми кремами, вкусно и красиво. Я использовал полуавтоматический пролив вот этой кнопочкой. Если настроить на любую из вот этих кнопок, машинка будет дозировать столько, сколько нам нужно. Все, вот наш американо получился. Вот такой вот красивый, пушистый. Так, вернемся к таблеточке. Вот она у нас получилась, вот такая вот размытая. Именно поэтому кофе варился быстро, а не как эспрессо медленно. И у нас получился вот такой красивый американо. Угу. А